Ну что ж, здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем проходить, да, GTA San Andreas Definitive Edition. Вам зашла эта игра? Вот. И, кстати, кто-то в комментариях попросил... Вы в комментариях попросили, да? Один из вас в комментариях попросил объяснить, в чем различие между обычной GTA-шкой и GTA San Andreas. Давайте так, я вначале, сейчас вот после вступления. Кратенько объясню, в чем различие. Приложу, кстати, приложу скрины, да, не поленюсь, у вас будут скрины до, какая была San Andreas и сейчас какая. Было более понятнее. Вот, а так узнаешь поудобнее, давайте плядик обязательно. Приятного аппетита, кушать, приятного чипитика, пить или пить воды, приятного просмотра. Мы, собственно, начинаем. Игра, кстати, вам очень зашла. Начинаем. О, привет! Остановились мы с вами здесь, собственно. Вот, прошли какое-то начало маленькое, и все, больше вроде бы и не продолжали, потому что я сказал, что просто посмотрим. Так вот, посмотрим сейчас, в чем различие, да, с вами. Смотрите, в чем различие? Первое, в чем различие? Сейчас смотрите на CGI в данной игре и как было до. Думаю, теперь все налицо, да? То есть он стал более таким каким-то, не таким. Дальше, в принципе, по территории. Смотрите, сейчас какая, да, территория? Как она вот сделана, да, визуально? И как было до? Думаю, этого достаточно, в принципе, да? Вот, полное сравнение кто-то делал. Мне кажется, кто-то полное сравнение делал данных игр. Ну, блин. Все здесь логично и понятно, в чем различие. В самой графике, в цветокоре, в цветопередаче, в тенях. Вообще, в принципе, да, в каких-то даже, объектах самих окружающих... В объектах окружающей среды, здесь, наверное, даже больше, как будто бы GTA 5 что-то взято, хуй его знает. Ну, собственно, все понятно, да? Вот. Так, тут наш мотик. Так, погнали сейчас, быстренько. Ничего, вроде можно здесь залезть, нет? Хуй, блядь. Что, блядь? Так, давай-ка. Сюда. Сюда. Ты ч? Ау, блядь. Ладно, с тобой пройдем миссию. Ту самую, да. Чем бы нет. Ой-ой-ой, стой. Сейчас авторские дадут. 100%. Настройка радио. Выкл. Музыки, ага. Музыка вроде выкл. Ну еще, братана, как сам? А я, братан, точно, рад видеть тебя снова. Кабулечка, ты даже не обнимешь? Да не вопрос, братан, как сам-то? Эй, чувак, ничего себе. Тем бороду добавили. Им бороду добавили, усы, что вроде? Я этого вроде не помню. Нет, если этого не помню, чтобы у него были усы и борода. Может, они были, я просто реально давно играл в классику. Я очень давно играл в классику и прям всех мелочей не помню. Но в любом случае по-другому тоже выглядит. Так, ну поехали. Охуенно, ты видел? Смотри, ебать. Да ну нахуй, ребят, вы чё, рокстаровцы, вы, блядь, чё? Ты смотри. Ой-ой. Смотри, они прозрачные, блядь. А эти нет. Блять, как я помню, даже вот эти столбы можно было... Вот эти столбы можно было сбивать, а почему они там прозрачные? Ну, понятно, что они там прозрачные. А, то есть... Ничего такого, да, здесь не будет. А, повреждений никаких нету. Понятно, здорово, ребят. Ты
Здорово. Вроде ни грех нету. Здорово. А, есть, смотри, сейчас есть. Нет. Что, блядь? Серьезно, нахуй? Может, что-то в настройках нужно, не знаю. Может, на реально настройках что-то нужно посмотреть, чтобы были повреждения, но типа какой-то бред. Здорово, здорово, давай, погнали. Тейзер, блядь. А, даже изображено как, смотри, будет. Пусть будет так. Тут прикольно сделали, хорошо. Тут, видишь, даже изобразили, то, как это будет выглядеть. Прикольно, прикольно. А, ну, то есть, примерно то же самое, окей. О, это добавили, смотри, видел? Конфетки я покупать. Черт, говорил, что он псих. Чувак, это провал. Ты приведи, это же полная херня. Никакого уважения к району, стены чистые, все такое. Совсем отошел. Отощался же. Закажи нам что-нибудь поесть, я докурю пока. Ну, возьмусь за дело. Хорошо, бля, можно эту хуйню пропускать, пожалуйста? Мне вот это, она даже, блядь, в оригинале бесила, пиздец как. Вот это, блядь, заставки на полчаса, нахуй, заставив. Блядь, просто они меня бесили даже в оригинале. Это что за пизду? Ну, блядь, можно. Ну, ты иди в пизду, потому что, блядь. Контрольная точка сохранена. Контрольные точки здесь появились? Что, блядь? Салам алейкум, блядь. Давай, давай, давай. Enjoy your meal. Ну да, здесь чуть по-другому выглядит, согласен. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh, shit. Run. This pizza parlor's no pushover. Ну так, я когда понял, где есть оружие, так начал решать типа, проблемы все. Ну как, вопрос просто. What you waiting for, fools? Take us back to the grove, motherfucker. Ну... Блин, не знаю, все-таки, блин, ну не то, да, не то. Уж, конечно, поиграть, блядь, уже туда в обычную Сан-Андреасочку. Хотя вот это что-то новое, не спорю. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Ну, let's go, чё, let's go дальше. Сразу next. Come on, fat boy. Watch out, fool. Come on, fat boy. Fat boy, look at, look at. Look who's here, it's running man. Ты типа решил вернуться в дело? Я же тебе говорил, братишка. Тут твое слово ни хрена не стоит. Слышишь, не наседай, а? Надо двигать на район. Дайте, чё, блин. А, помните, как раньше были, какие раньше были, да, эти субтитры, блядь? Это вообще пизда. Ну, Nah, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Помните, как какие раньше были субтитры русские? Русские субтитры вообще пизда просто был. Помните, сколько там ошибок было? Даже мемы есть на этой основе все. Даже мемы есть на этой основе. Ну ладно.
Как думаете, ребят, за сколько мы ее пройдем серий? Напишите в комментариях ваше мнение, а я скажу сейчас. Я думаю, мы пройдем ее за серии, наверное, 15. 15, может быть, 20, максимум 23 серии. Вот такая тема. Я думаю, за 15-17 серий мы пройдем это все дело. О, нифига, прикольно. Дым прикольно сделан. Ну, вот это, видите? Прикольный эффект. Прикольный. Прикольный эффект. Та забыла? Come on, let's cruise in the baller's territory. Да уж, ну я говорю, много чего поменяли, в любом случае есть что приятно, есть такое. В целом, прикольная игрушка. Но пока, говорю, пока мое мнение основывается только на начале основывается мое мнение. Я думаю, в финале этой игры я сейчас скажу. Вот. Вот, да, вот, смотри, тут даже, видишь, белая полоска, видишь, на карте? Даже на, бля, как в GTA-шке, блядь, эта линия, как ехать, есть, пизда-то. Вот этого, конечно, не хватало в GTA-шке, да. Хотя в Сан-Андреаске было примерно все понятно, куда что ехать, а вот в третьей GTA-шке, Vice City, там прямо этого не хватает, конечно. Там прямо этого не хватало. И там, я знаю, что тоже такая тема есть. What the fuck? Get that fool! You cool now, huh? Ой. А вот мы подсвечены даже куда-то. Интересно. Вот, ну так это, да, вот это как, знаете, в GTA-шке эта линия есть, конечно, когда ты отмечаешь, куда тебе ехать, тебе типа на карте помечается, как ты должен, как куда ты можешь проехать, да, то есть. Чтобы точно доехать до места своего, да? До места. До места, которое ты хочешь доехать. И тут этого не было. Это линии ебучей. Как называется, наверное, типа GPS-а. Такого не было. Ни в одной из GTA, ни в Vice City, ни в третьей, ни в Сан Андреаске. Но в Сан Андреаске было примерно все понятно уже. Не было такого, что такое, бля, куда ехать? То есть там все было понятно, куда что ехать и тому подобное. В третьей, конечно, было, даже в миссиях было понятно. В миссиях прям понятно все было. А вот в третьей или Vice City, там, да, были сложности. Прям были сложности. Ну, ездит все. Вот все. Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Чувак, нужно оставаться в игре. Судом положено. Такое дело, что толкает дури все погоняет. Это развалит нашу банду. Знаю. Как он, народ? Чё как Сиджей, как сон? Все, что им нужно, это... Угу. Ты прёшь против ветра, красавчик. Это Лоя, не солдаты. Это идиоты, которые пытаются... Да, не с нами, чувак. Они с теми, у кого бабло. Сиджей, подгоняй туда и покажи всем, что с тобой шутки плохие. Баллосы наших совсем прижали. Не дам, назови на них. Like the old days. Mm-hmm. Yeah, yeah, you're right. So you and Ryder go handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. Не будь наивным, друг. Нельзя отвлекаться от главного. Одним мы не справимся. Бейдапа не видел? Nah. Нет. But
Но он и наш кореш. Реально бы нас усилили. Ух ты, большой медведь, большой медведь. Что, блядь? Что? Ну ладно, ладно. Hey, beat up is only a couple of blocks away. The hood's all messed up, huh? Yeah, you try to get any of these crackheads to help you out. One of the families ain't up on it. Apart from smoke, sweet, and you know yours truly. Grove Street don't bang no more. Yeah, just get blown. For sure. Бля, вот, ну, бля, ну все равно есть ностальгия, все равно есть ностальгия по этой GTA-шечке. Все равно она есть. Эй, помедленнее, дурило. Да ладно, чувак, здесь. Да-да, здесь. Открывай, он точно все еще тут живет. Эй, говорю же, здесь. Открывай! Что за хрень тут? Сиджей, какого хрен тебе нужно? Проваливай. Погоди, я как же братья навек? Район ты самого знакомишь. Тебе никогда не надо. Знаешь что, уважаемый, валяй отсюда нахер, пока не завалили. Большой медведь, тащи сюда свою задницу. Блять, ну я здесь, здесь, чего? Now go make that motherfucking toilet spark. No, man. Beer, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from round here, punk. Hey, nigga, fuck you. It's just fucked up. I see what you mean now, man. Ясно, ты говорил, что... Ты говорил, брат, если крэк может привести... Ой, осуждаем. Вы можете сделать... Нас говорили на каждом углу, бесит ли их, мол... Ага, бесит. Ладно, разберемся как-нибудь сами. Let's go, нахуй, чё. Эта фича очень хорошая, кстати. Hey, check it out. Somebody's selling to one of the homies. Hey, partner, I'm working, man. What you что, need? Блядь? Что это такое? Dog, I got quality shit right here. Да. My squad, huh? Man, I know this cat. He a punk used to run with a front yard baller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks. Да, богов, конечно, тут хватает. Hey, ain't that front yard turf? Это уж точно. Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Да. Hey, grab hold of that bat over there. Man, we on a serious mission now. I'm sweating, homie. I can't buy you the hood no balls of pussies. Блять, блять, почему, что это за хуйня? Почему они прозрачные, блять? Да, за забор-то столбы прозрачные. Пиздец. Не, здесь хотя бы нет, блять. Yeah, let's shoot through and introduce ourselves. Погнали. Good afternoon, baller dope pushes, Grove Street OGs come do damage. Fuck them Grove Street fool, Grove Street going down. Ninja these motherfuckers. Блять, что? Это что? А, ее убрали? Помните, это здесь или вон там была девочка? Ну вот, девочка здесь. Все здесь. Хорошо, только она лежала, лежала вроде. Ой, не лежала, а так сидела, сидела вроде, как я помню. Страшно, чем страх. Крутая, блядь. Let's go, ёбана, блядь. Ну, чак, славы.
Теперь не будет торговать на каждом углу. И с нашим пацаном это пойдет на пользу. И Гроу станет на ноги по-любому. Мы в Эбертон. На третьей дворе теперь вы можете управлять бандой из двух человек. Ну, окей. Let's go. Сразу next. Автокафе. What's happening with you, Rodden? Respect has to be earned, sweet. Just like money. So what you saying? Ты что хочешь сказать? Ты меня не уважаешь? Я хочу сказать, что... Брателло, говори громче. Жрать охота. Ёлки-палки, блин, что за дела? На одном хлебе не пожить, знаю, пробовал. Вот это как-то, Карл. Да ты же голодный, небось. Слышь, баран, что будь есть, может так? Так опять? Нет, ну блин. Курица без удара. Слышь, не хочу я курицу. Let's go, ебать, банда нахуй. Ну, кстати, тут чуть-чуть по-другому, да, чуть-чуть другие. Мне, в принципе, похоже здесь. Видите, похоже. Движок! Проработанный движок. Интересно. Ну да, здесь повреждения такие есть. Вот на капоте был по-другому, не было таких царапин. На капоте не было таких царапин. Видишь, сейчас мы появились. Как я помню, по крайней мере. Интересно, интересно. What do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number 9, fat boy. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, 1 with cheese, and a large soda. Сон, конечно, такой непроработанный. Сон непроработанный, да. Можно было проработать, можно было проработать. Ну ладно, ладно. Ну как бы такой остался. Да, чуть-чуть получше, не спорю, чуть получше стало. Ну все же, все же. I ain't never ate from a trash can. Oh, shit. Trash can, bitch. Pass me my food. Hey, hey, look. Kilo Trey scoping us out. Damn, Ryder, you a jinx. Shit, them motherfuckers headed to the hood. Drive-by! Stab out of here, QJ. Hit it, go, go, go! Let me get it, now, IT bitch. Why you ain't glasses, folks? Вот так вот быстро прям причем. Интересно. That's one up for the grow. Say what, Smoke? All you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Y'all coming in for a beer? Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. All right, Smoke, let's go. See y'all later. Нормально, копы просто вышли, все. Ну ладно, оставили свою тачку. Прикинь, такие, ну давайте, ребят, держите. Держите, ребят. What was with you back there, Smoke? Man, if you can eat your food while everybody else is losing theirs and blaming you, you straight, huh? What? Nothing. Just some poor stuff. Кстати, первые миссии пойдут. Tell me why you moved out the grove. О, хорош. Got
got some money for my... Hey, thanks, Carl. Вот прям увидел боком, боком зашел. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. He don't mean it, CJ. He's still real tore up about your moms, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. Жестко. У него вроде должны быть еще миссия. Поехали на букву С. А, они тут не разбиваются, что, блять? Ну, такое. Такое, конечно. Карл, это офицер Хернандес. Ху? Нахуй. До свидания, блять. Мотки и пушки. Give me 15, motherfucker. I'll write it down in a second. I ain't gonna pencil whip you, fast sucker. Let me play first. Hey, what's up? What's up, man? Who winning? Who you think, huh? Me. That does it. That's game null and void, motherfuckers. So, what kind of guns we working with now? One times came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at him? Say, what happened to Emmett? Emmett? Shit, gangs these days got Macs, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. Поехали, поехали. О, вот она, та самая. Которую я любил, эту машину я любил в этой игре. Она быстро довольненько. Я ясненькая. Remember me when you get to the top. Give it a rest, smoke, you're full of shit. Watch the suit. Видал как? Не, ну ты видал? Одна чувак, пошли. Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, hey, Pops, hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Brent, say, ain't you dead? Не умер? Нет, Эмми, где Карл? Карл. Жаль, что с Беверли так получилось. Потому что мы и здесь. Хотим разобраться с теми, кто это сделал. Тогда вы по адресу. Говорят, что нравится. Чувак, ну и барахло. О, вот на. I'm the best there ever was. Yeah, that's real Grove Street style now. Ты вышел, ты слышал, вышел, ты вышел. Your ass? You want some too? Ice cold, baby. I knew I was the chosen one. Oh, man. Check out Special Agent Big Smoke. Прикольно, эти пули остаются, следят пули, видишь? Интересно, интересно. Damn, you're a killer, baby. Ice cold. But remember something. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess liberty didn't soften you none, huh? Hey, look, let's split. Hey, I'll see
you round, Emmett. I'm 100% behind you boys. But remember this, you didn't get them from me. And remember this, Emmett is the place for guns. Mm-hmm. I've always got high quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. I seen Noah Cannons in this strap in the museum. We'll be going. Man, I'm real tired, dude. Drop me off at my crib, baby. Я понял. А, за оружием в любое время к нему будут пристать. Да, Интересно, блядь, интересно, очень интересно. Тебе же, CJ. Увидимся. Пока, паровоз. Я тут не помню, что тут было. Правда, не помню, что тут было. Мне казалось, что ты нас представляешь. Я говорю, Банни Гроу Стрит. Сказал, что да. Нужно, чтобы вы взяли видели чего-то. Никто не будет тебя уважать, если ты покажешь с какого-то района. А он что-то не нашел. За углом от кордона в Гентоне есть магазин Бинка. Купи там себе шмотки зеленого цвета. Ну да, тут сейчас поприкольнее выглядит, типа. Видите, там на багажник была мясина, но так, типа, свет прям от нее так отражался, типа, как... Как, типа, в жизни, как, типа, в жизни. Прикольно. Прикольно, это прикольно, фича, окей. Приятненько довольно-таки такое видеть. Ох. Hello. Да, да, я помню, блядь. Ага. О, вот это же прикольно, смотри, вот это, вот я говорю, про эти иконки прикольная, да, тема, прикольно сделал, реально. То есть мне прям очень нравится. Черная майка. Бля, прикольно сделал, это прям удобно, реально. Прям реально удобно. Не, ну это уебанство. Не, мальчик, не-не-не-не-не, я обратно. Не-не, нахуй, рот я ебал. А, здесь только торс, только такое. Спортивная рубашка какая-то есть. А это что? Бля, ну рубашка более пишет, на мой взгляд, если на то. Нам нужно зеленого цвета все купить, ребят, зеленого цвета. Цвета Grove Street. Да, вот это ебанем. О, вот это легендарная, блядь. Да, блядь. Ладно. Так. Ага. Трусы, сердечко, что, блядь. Зеленые джинсы. Не, ну это уебанство. Надо черный покупать. 100%. I love violence. Нет. Нет. Да я не. Вот это. Серый трико нужно. Ну,
Пусть это будет, блядь. Пусть это будет, пизду, блядь, вот ебалая. Здесь, к сожалению, мало чего можно такого купить. Не, спасибо. Так, ладно, погнали, обувь быстренько, что-то не купим такое. И топы. Ну, вот так пусть, ладно, более-менее пойдет, пойдет, пойдет. Пойдет, да, пойдет. Блядь! Я забыл, что на пробел, блядь, на пробел все. На пробел все. Thank you, sir. Пожалуйста, пожалуйста. Цепи. Нет. А все, я думаю, пойдем. It was a pleasure, sir. I know all the fucking bastards in the city. Поехали сразу в следующий эс. Блин, ну да, я говорю, есть много чего поменяли, прикольно выглядит, да. Прям приятно выглядит, не спорю, блядь. Не спорю, приятно выглядит, блядь, но все равно есть вот даже баги-то есть. Вообще прям я удивлен, блядь, что баги есть. Yeah. Hey, CJ, если хотите повысить выносливость, нарастить мускулы, выучить новые приемы, загляните в спортзал Сан Андреса. Сан Андреас. Андреас, да. Направляйтесь к отметке в виде гантелей на радаре и посетите спортзал. Хорошо. Чё, блять? I could drive as well as CJ, man, I'm telling you. Yeah. Hey, homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that. The East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now, you back. All it is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man. Привет, пацанчик. Ну, делай все хреновый. Thanks, man. Спасибо, друг. Ну, не, давай уже все выкладывай. Такой круток строил, хорошки. Садись, приди и стреляй. Покажи Сержа, как надо. О, знаешь, что ты прав. Да, что, садись за руль, кореш. Хуйню, блядь, прогнал, блядь, кудзалу прогнал, ну ладно. Ой, нам сейчас на эту самую, да, миссию. Да. Прям выделено, смотри, график. Графики прям выделено, красиво. Что раньше они прям такие тускло-тускло были, почти незаметно было. Хрен, почти незаметно было. Carl, just concentrate on the driving, and we'll take care of the shooting. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. Что это, блядь? Ну давай, давай, блядь. Let's roll. We iced them, CJ. Let's hunt down some more. Look out! That was way too easy. Let's go blast on some more baller fools. Они ее упростили, что ли? Движок. Движок, смотри, проработали движок. Пусть движок он проработал. Блин, раньше это сложнее была миссия. Раньше раз сложнее, как будто была миссия, кто его знает. I
Прикольно, хорошо, визуально прикольно. Мы прям при них заезжаем, им похуй. Ну как-то он по-другому начался выглядеть. Ну, как по-другому выглядит этот цвет. Motherfucker, you did good today. You're down with the Grove and the ballers know it. So watch yourself for now. Yeah, yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Что это вообще? Да. Let's go сразу next. Сразу же next идем. Sweet. Красавчик, паровоз. Девушка, красавчик. Shit. Where all the homies at? Ну где все братаны? Какого хрена они? Черт. К черт. Сейчас та самая миссия будет. Где нужно будет приехать, блядь, хуйня куда. Почтите их задержать. Да-да-да. Pronto. Oh, for sure, man. Hang in there. Drop our image and get heated. А, вот что нужно было делать все время. К Эмиту заехать. К Эмиту, блядь. А я, блядь, всегда на похуй так ехал. Ну, благо у меня здесь есть очень интересная тема. Вот, то есть можно было к Эмиту заехать, а я всегда сразу ебашил, то есть... Поехали. Ну поехали, чё. А благо у меня мотик, да? Благо у меня мотиком остался. Блять, ну ёбаный ты таксист, я твой рот шакал. Вот тачка. Ну, это проще прям стало, потому что раньше прям вообще пиздец был. Я помню, хотя, может быть, кажется, что не помню. Не, помню, чтобы она была жестче, да. Она была жестче-то. Она была жестче раньше, помню. Нахуй на стол прозрачный? Не помню, нет. Не помню. Вещи нет, вроде она раньше была сложнее чуть-чуть. Ясно, по упрощению стало, по упрощению. Ну, бля, я не помню, потому что я, бля, давно играл в эту игру. Реально не помню, давно в нее играл. Ну да, да, да. И раньше они прям постоянно догоняли. Тут, видишь, кое-как. Да, упростили. I see you inside, baby. Man, this set tripping is killing the families. You did good back there. Hey, I'm a Johnson boy. David Johnson. Hey, I got unfinished. Слушай, у меня осталось незаконченное дело. Так, ну погнали, сохраним сюда уже, и я думаю, на следующий раз ставим, потому что и так все длинно уже получилось. Блять, ну. Уже, короче, есть маленькое мнение у меня в любом случае.
Собственно, такая серия была. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, лайк, подписывайтесь на канал. Если тоже мне приятно, если программа это делает. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.